Всем привет! Я нахожусь в аэропорту Вилли Бишоп Торонто. Это первый раз я лечу из этого аэропорта. Это малюсенький крошечный аэропорт в даунтауне Торонто. Видите, как у меня вид? Прямо на даунтаун. Такой интересный аэропорт. Он находится на острове Торонто. Есть небольшой остров, и на нем там разные аттракционы, по-моему, парк какой-то есть. И есть небольшой аэропорт. А, да, лечу я в Нью-Йорк, я забыла вам сказать, как всегда. И я взяла билеты, даже не заметила, что это не тот аэропорт, из которого я лечу обычно. Пирсон, большой аэропорт, самый большой аэропорт Торонто, центральный, это Пирсон аэропорт. А это Вилли Бишоп, он находится вот на острове. К нему идет паром. Смотрите, какой самолетик смешной. Я здесь первый раз в этом аэропорту. Я не знаю, что здесь есть, что здесь к чему. Я немножко нервничаю, я растеряна, потому что я никогда здесь не была. Но он совсем маленький. Здесь одна авиакомпания. Есть канадская авиакомпания Porter, и она летает вот из этого торонтовского аэропорта. Но смотрю, здесь есть люди. Я думала, я тут буду одна. Короче, можно пройти по подземному переходу к нему из даунтауна, а можно вот на кораблике. Я приехала на кораблике. И сейчас буду разбираться, что здесь, к чему, куда идти. Здесь, в принципе, несколько только экзитов, и совсем нету мало людей. Трудно заблудиться. Все, пойду я со своим border pass. В общем, пойду разбираться. Вид красивый, не могу не снять. Конечно, утро туманное, такое мрачное, но это вот полоса Торонто водная. Как это называется? Waterfront. Как это? Полоса, водная полоса города Торонто. А вот это название компании, которой я лечу, Porter. И, собственно, здесь в аэропорту, в этом, вот, видите, Gates to Porter. Собственно, а нет, есть Air Canada и есть вот этот Porter. Две авиакомпании, которые отсюда летят. Представляете, я прошла сейчас security check. Ой. С чемоданом. За то, чтобы взять маленький, вот такой у меня маленький чемоданчик, за то, чтобы взять его в самолет, я заплатила $54. Представляете, грабеж среди бела дня. Я думаю, что вот это и есть сам весь аэропорт, а больше здесь ничего нет. В больших компаниях, типа Air Canada, там бесплатно. Можно брать бесплатно с собой ручную кладь. Ну, вот такой чемодан небольшой. А здесь надо платить. Ну вот, смотрите, здесь так миленько. Есть даже duty free. Мы сейчас с вами пойдем посмотрим, какие диванчики хорошенькие. Там можно купить кофе. И что я сейчас и сделаю, наверное, то, что я ничего не ела, не пила. Ну, duty free здесь очень маленький, очень обычный. Пойдемте в окошко посмотрим. Такой смешной аэропорт. Вот такой вот один зал. И все, здесь никого, людей нет. Так прикольно. Слушайте, я даже не знаю, какой у меня гейт. Сейчас я посмотрю. Здесь есть A, B, N, C. И вот здесь одна взлетная полоса. Такой, знаете, аэропортик домашний, можно сказать. Со двора вылетаю. И вот опять вам вид показываю. Waterfront. Здесь очень много private jet'ов, частных самолетов, потому что такой маленький аэропорт в даунтауне Торонто, где все богатенькие живут. Поэтому здесь паркуются частные самолетики. Я думаю, что такого вам еще никто не показывал. Хотя, может быть, я немножко самонадеянна, может, и показывали. Вот наша башня. Это CN Tower, это знаменитая торонтовская башня, у нее есть площадка наверху, крутящийся ресторан, и можно смотреть на сверху на Торонто.
Короче, показываю себя без косметики, без краски, без ничего. Выехала не накрашенная, конечно, потому что мне лететь. А лечу я в Нью-Йорк, девочки. Сейчас переверну камеру, чтобы вас не пугать. Злая кофе черный, потому что я на интервалке. Сейчас раннее утро, я ничего не хочу пить. Есть. Вот без молока, без ничего. Хотя это так невкусно, я не люблю. Но я вообще обычно по утрам пью теплую воду. А все-таки решила выпить кофе. Здесь такой небольшой ресторанчик симпатичный. Буду с вами сейчас разговаривать. Это мой чемодан. Я вот так одела. Худи такой, футболка у меня под ним. Штаны спортивные, кроссовки. В кроссовках. И вот здесь моя кофта, я взяла с собой. В Нью-Йорке на самом деле тепло. Но у нас холодно утром. И в Нью-Йорке еще по вечерам тоже бывает холодно. Поэтому я еще взяла с собой кофту. Длинный такой кардиган у меня. Такой длинный-длинный. Он как халат. Очень удобно. Короче, лечу я в Нью-Йорк. На день рождения моей сестры. Моей старшей сестре исполняется, не буду говорить сколько, большой юбилей, круглая дата. Народу поприбавилось. Хлебаю свой кофе. Хочу кушать, но не буду, держусь. Продолжаю, стараюсь на интервалке. Результаты ноль, но я пытаюсь. Сестре лечу всего лишь на 4 дня. Вот сегодня пятница, я вылетаю. Суббота, воскресенье там буду. В понедельник вечером я вылетаю назад. Внезапное решение возникло лететь. Я заранее не планировала. Просто моя племянница позвонила мне и сказала, что они делают сюрприз, день рождения сюрприз моей сестре. Она ничего не знает, прикиньте, да? И она говорит, прилетай, будет классно. Я говорю, прилетаю, лечу. В общем, взяла билет в последнюю минуту. Она не знает, что я лечу, моя сестра. Значит, я прилетаю в Нью-Джерси, в Нью-Йорк. Это не сам Нью-Йорк, это аэропорт Нью-Джерси. Моя племянница меня пикапает из аэропорта. Я еду к ней домой. И вечером вместе с ней и с ее братом, то есть сыном с моей сестры, мы как бы едем в ресторан, который они забукали. И туда привезут мою сестру, которая ни о чем не знает. Ей там наплели какую-то байку, что их куда-то пригласили, там друзья. На самом деле ее день рождения был в апреле, в конце апреля. Просто они справляют сегодня, потому что ее сын улетал в Калифорнию по делам. И они ждали, пока он прилетит. И поэтому вот не совсем в ее даты, но поэтому она не догадывается о том, что это ее день рождения. И вот таким сюрпризом она меня увидит тоже. Я хотела взять всю свое семейство. Но, как всегда, они, как всегда, меня продинамили. Все очень заняты, у всех куча дел. Все, значит, у мужа завал на работе. Старший сын записался на какой-то летний курс, он не может улететь. Младшего тоже там, он мне что-то придумал, что у него какие-то мероприятия. Я хотела, чтобы летели все, но все, как всегда, заняты. Всем, как всегда, некогда, только я лечу, поэтому... Так, моя ручка чемодана заедает. Вот. И я лечу одна. Ну, ладно. Моей сестре, на самом деле, больше всего и нужна я, а все остальные так, постольку поскольку. Вы знаете, на самом деле, это все так интересно получилось, потому что моя сестра, они живут в Бруклине. Очень много лет жили в этом доме. Лет 30, наверное, прожили в этом доме в Бруклине. Мы его все очень любим. Этот дом, в котором выросли ее дети. Мы очень часто туда приезжали. Мои дети там проводили лето, летние каникулы, потому что они жили вместе с моими родителями, моя сестра, ее муж, ее дети жили вместе, все вместе в одном доме с моими родителями. 30 лет прожили душа в душу. Ни разу не ссорились, не ругались. Очень мирно жили, что редко бывает, но вот такие вот они прекрасные люди. И моих родителей уже нет. И этот дом, как бы, ну, как будто наше семейное гнездо, так скажем. И мои дети проводили там лето, потому что мои родители, их бабушка с дедушкой, забирали их на лето. И они все лето каникулы проводили в Бруклине. И очень много воспоминаний, связанных с этим домом, очень много
событий. Пришло время, моя сестра и ее муж вышли на пенсию, и пришло время переезжать им поближе к дочке. А дочка ее живет в Нью-Джерси, и у нее уже своих двое детей, то есть у моей сестры двое внуков, и они решили этот дом в Бруклине продать и купить другой дом в Нью-Джерси, чтобы быть поближе к внуку, помогать дочери своей, потому что они очень долго искали дом, и вот, наконец, они нашли дом. Прекрасный. Когда-нибудь, может быть, я вам его сниму. Прекрасный дом с красивым двором, с красивым деком, очень в тихом, прекрасном месте в городе, который называется, не помню как, в Нью-Джерси. И они покупают этот дом и, соответственно, продают свой дом в Бруклине. Я, видимо, лечу туда последний раз, потому что в следующий раз, когда я уже полечу, они уже будут жить в Нью-Джерси. И это так грустно. На самом деле, когда моя сестра мне позвонила и сказала, что они купили дом, то есть они... Сейчас. If you're a non-US passport holder, please have your COVID vaccination and express station and approach the podium. Once again, the information of passport travel on board of flight 2125 with service to Newark. If you have just not had a passport holder, please approach your information and passport verification. Короче, что я хочу сказать? Что когда она мне позвонила и сказала, что, знаешь, мы нашли дом, и мы дали на него офер, и, скорее всего, что нам его подтвердят, и мы будем переезжать и будем продавать наш бруклинский дом. Мы с ней вдвоем ревели 10 минут по телефону, мы с ней плакали. Представляете, потому что, ну, это такое родовое гнездо. Наши родители жили в нем много лет и умерли в этом доме. Ну, не в этом доме, но, в общем, последние годы были в этом доме. Очень много воспоминаний, очень грустно, на самом деле. Я очень привязываюсь к местам, где я живу. Это хорошо или плохо, не знаю, но вот так и есть. И моя сестра тоже. В общем, представляете, прорыдали по поводу того, что надо будет продавать и уезжать из этого дома. Но жизнь продолжается, что делать? Невозможно находиться все время в одном и том же месте. Нужно двигаться, и это хорошо. Новый дом, который они покупают, в принципе, намного лучше того, где они жили в Бруклине. Так что вот такие дела. Я думаю, девочки, что когда вы будете смотреть это видео, я, наверное, уже вернусь, потому что я вот сейчас снимаю в пятницу, а выложу где-то, наверное, на следующей неделе. А пока у меня есть видео, которое я выложу в понедельник, примерки в H&M. И не знаю, что я буду снимать в Нью-Йорке, я буду совсем недолго, особо там не буду, ну, у нас есть планы, посмотрим, наверное, поснимаю что-то, вот, и надеюсь, что мой отпуск пройдет хорошо. Пожелайте мне счастливого полета, даже если это видео выйдет тогда, когда я уже приземлюсь в Торонто, но тем не менее. Всех люблю, пока!